7 октября в культурно-спортивном комплексе «Уникс» состоялось открытие фестиваля «День первокурсника-2020». Свои номера представили студенты Института фундаментальной медицины и биологии и Института геологии и нефтегазовых технологий. Сегодня на нашей сцене будут выступать такие коллективы, как Insignia со своим танцевальным номером, Joint. Это творческий коллектив, стендап будет, художественное слово, две девочки будут выступать со стихотворением. И Shallow, два вокалиста. В этом году из-за пандемии фестиваль проходит в довольно необычном формате. Между выступлениями институтов Казанского университета предусмотрен час для проветривания концертного зала и его обработки дезинфицирующими средствами. А количество человек в зале не превышает 50. Кристина Надыршина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.